Иное измерение русской культуры. Семён Яковлевич Надсон. Под звуки музыки. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Под звуки музыки, струившейся волною, один среди толпы, пестреющий кругом, я вдруг задумался, поникнув головою, задумался, Бог ведает о чем. Печали не было в той думе мимолетной, но чуть очнулся я, и на своих чертах сознал я темный след тревоги безотчетной и влагу тихих слез, сияющих в очах. То тайные мои недуги и страдания, глубоко скрытые от чуждых мне очей, укравши у меня минуту невнимания, как тени поднялись со дна души моей. И в час, когда на миг от оживления бала в безвестный мир меня мечта моя умчала, они смутили вновь поддельный мой покой. Так горная река из-под снегов обвала, а вновь рвется на простор мятежную волной. год. Читано по изданию стихотворение Семёна Яковлевича Надсона. Издание 22. Санкт-Петербург. Типография Скороходова. 1906 год.